сегодня мы будем атаковать животное. Мы будем делать соревнования. У нас будет соревнование по попаданию нидерландцами в бассейн с крокодилами и акулами. Вот тебе целый, вот такая вот здоровенная миска с животными. Бери их, выбирай и закладывай в наши вот эти вот маленькие бассейники. Акула, о-о-о! Вот какая здоровенная акула у нас с гигантским хвостом. Здесь у нас паучище. Паучище, крючище. Вот такое у нас крабище еще есть. Тоже хочет съесть Angry Birds. В моем бассейне будет плавать вот такая вот касатка. Вот у нас получается два громадных бассейна со всякими тут арбизами, животными, акулами. Заливай первый. Вот наши бассейны с животными уже готовы. Смотри, какие у нас здесь краб, вон уже ждет, сидит Angry Birds. Где эти Angry Birds? Я их сейчас покусаю. И акула там плавает. По-моему, она уже понадгрызала эти арбизы. А Angry Birds, вот они стоят. Целая армия. Они будут сейчас прыгать в бассейн купаться с хищниками. Вот даже паук ждет и крокодил. Точно, паучище такой здоровый. Зеленый крокодил, дил-дил-дил. Он ждет тоже, пока Angry Birds будут прыгать к нему в бассейн. Ну что, Саш, пора купать наших Angry Birds в бассейне? Да! Будем начинать? Да! То есть у нас правила такие. У меня 4 будет Angry Birds и 5 на рогатке. И у тебя 4 Angry Birds и 5 на рогатке. И кто больше попадет в этот самый в бассейн, в каждый в свой, тот и победил. Хорошо? Да! Пора начинать соревнования. Да! Давай будем очередь разыгрывать на Юзефа. Да! Давай. Юзефа! Юзефа! Ну давайте первый стрелять. Кто первый летит в бассейн? С животными. О, вот это был плюх. Он попал в арбиз. Ага, а у меня будет кто? Судья. А, не дает. Судья не дает. Так, теперь твоя очередь. Стреляй. Орел. Плю! Слушай! В акулу! В акулу попал! Наверное, в хвост! Ну ладно, теперь я стреляю из рогатки! Пиу! Опс! Перелёт! Давай, теперь ты! Плю! Бомба туда попал! Ну ладно, теперь мой ред-победитель будет стрелять! Да что ж такое? Не дает опять. Давай. У тебя остался Теренс только. На лончерах. Клешней. Краб отбил Теренса клешней. Да. Ну ладно. Теперь моя Матильда. Да что ж ты будешь делать? Опять мимо. Ну давай ты. Кто у тебя? А у тебя два рогаточника осталось. Бомба. Бомба подбил свой лончер. Теперь моя очередь. Теперь стреляет Стелла. Ну хоть одно попадки. Есть! Вот это плюхнуло, ты видел? Да. Вот это Стелла плюхнуло. Давай, теперь у тебя кто? Теренс рогаточный остался. Давай, 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 давай. Ух ты, как он пробежал вот так вот по бассейну. Теперь Чак. Чак, не подвели, Чак. Нет! Итак, у нас получается что? Давай подсчитывать результаты. Три! У Саши три Angry Birds в бассейне плавает. Вот этот, как его, бомба? Бомба на акуле сидит. Вот этот наш орел тут тоже купается. А Чак угодил прямо крабу на спину. А у меня только Стелла плюхнулась в водичку. Так что у нас счет получается 3-1. И я выиграл! Точно, молодец! Ставь лайк и подписывайся на канал Сашки. Пока-пока! Всем пока!
И до новых встреч, до новых соревнований, Angry Birds! Бульк! И еще супер-бульки! Буль-буль-буль-буль-буль! Angry Birds все купаются в бассейнах! Аж вот и Терренс тут крутится в бассейне! Все, всем пока!